И к новостям культуры. Фильм «У озера», где одну из главных ролей сыграл Василий Шукшин, покажут бесплатно. Картину можно посмотреть завтра в 15 часов в Барнаульском кинотеатре «Премьера». «У озера» – двухсерийный фильм режиссера Сергея Герасимова. Действие разворачивается на берегу Байкала. Там идет строительство целлюлозно-бумажного комбината. Профессор Бармин и его дочь Лена начинают борьбу за сохранение водоема. А еще «Озеро» – это история любви Лены Барминой к директору крупного предприятия. Добавлю, показ картины приурочен к году экологии. В рамках этой акции в кинотеатре «Премьера» покажут и другие фильмы, в которых затрагивается экологическая тематика.